Друзья, всем привет! Сегодня 7 марта, весна, и мы на очередной рыбалке. В этот раз, друзья, выбор для нашей рыбалки пал на карьер. В народе просто карьерчик. По весне здесь очень хорошо отзывается судак на джиг. Достаточно большой водоем с приличной глубиной, который питается рекой Каскеленко. Буквально в километре от этого места река Каскеленко впадает в Копчегайское водохранилище, тем самым образуя сеть озер на своем пути, которые, по сути, питаются рыбой непосредственно уже самого водохранилища. В сезон можно поймать практически все виды рыб, обитающие в нашем регионе. В частности, это место славится крупным белым амуром. Приехали, друзья, мы сюда еще вчера вечером, пробурились, расставили лагерь, даже успели поставить десяток жерлиц, на малька зарядили их. Но, к сожалению, рыбка обошла нас стороной. За все время было где-то порядка 10, но 15 поклевок плюс-минус. Из всех поклевок удалось реализовать всего лишь одну, почувствовать сопротивление на том конце лески. Но, к сожалению, пока включал камеры, рыбка сошла. Но мы не отчаиваемся, друзья, всяко разно бывает. Это рыбалка, сегодня есть клев, завтра его нету. Кстати, приехали мы целенаправленно сюда половить леща, но так получилось, обошел он нас ночью стороной. Посовещались, решили до вечера остаться, попытаться все-таки поймать, чтобы пустые домой не возвращаться. Здесь вот такая у нас уютная обстановочка, уютный лагерь. Конечно, бардак уже, но извиняюсь, всю ночь мы здесь рыбачили, сидели, ждали свою рыбу. Вот, кстати, моя лунка. Здесь у меня было, ну не соврать, где-то 10-15 поклевок отсюда. Одну даже я успел подсечь. Здесь камера у меня вторая стояла. Я пока ее включил, блин, слабину дал, убежала рыбка. Ну там небольшая что-то было, явно. Возможно, даже не лещ, облачко какая-то. У нас ламбека лунка, алмата лунка. Вот так вот сидели, рыбачили. Сейчас у нас время уже обед следующего дня. Пока по нулям. Сейчас возле Асламбека тоже присяду. Там вчера ребята стояли. Видать, лунки тоже закормленные. Ну, видно, накормили. Возможно, здесь рыбка есть в тишине. Мы все равно там шумим в палатке, как ни крути, разговариваем. А лещ такая рыба здесь. Особенно здесь капризная очень сильно. Она тишину любит. Малейший шорох, шум сразу разбегается с точки лова. Я где-то до 6 утра порыбачил, все, потом меня сломало уже. Никакучий, я пошел в машину. Ребят оставил в палатке, сам в машину пошел, в спальник залез там. Наспал. Друзья, долгожданная поклевка, ё-моё. Долгожданная поклевка, как я долго тебя ждал, а? Как я долго ее ждал, всю ночь сидел. Представляете? С 8 вечера до 6 утра я сидел, чтобы поймать ее. Ну ничего, слава богу, от нуля ушел. Все хорошо. На мотыля он взяла. Кому не расскажи, да, смеяться будут. Клюнуло все-таки облачко. Ну ничего, свою рыбу, я говорю, мы поймаем. То, что суждено, оно от нас не уйдет. В любом случае мы поймаем. Со дна ловлю, кстати. На дно опускаю мормушку полностью. На дне стоит. Друзья, наконец-то что-то там сопротивляется хорошо. О, это облачко. Это уже приятное, смотрите какая. Это уже хорошо. Вторая облачко. Вот зараза, лещ. Так и стороны хочет обойти. Ну смотрите, это приятное, хорошее. Облачко. Уже такую можно ловить. Какая увесистая. Пошел клев. Уже две штучки поймали. Ну, явно, смотрите, перевес в чью сторону. Это уже даже посолить такую можно. Только что была у вас ламбека поклевка. А он опять. Поднимай. Они смеются над тобой, ламбека. На дне лежит, да? Ну да. Или ты приподнял ее? На дне. Подожди, пусть вот так постоит. Два раза только что он попытался подсечь. Вот как у меня вчера в палатке то же самое. Не получилось. Мы уже даже в полголоса разговариваем. Самое главное, чтобы клевало. Что-то у меня затихло тоже. Видать, надо поменять место куда-нибудь. Отойти. Попробовать в другом месте половить. Давай, давай, леща, вытащи нам. Облачко. Тоже облачко. Хоть в облачко. Ну, не лещевое это место, в общем, друзья. В облачко ловится. Ой, блин, мотыля чуть не раздавил. Ну, поздравляю, хотя бы что-то съедобное поймали. Уже парочка есть хорошая, вон они. Все-таки, наверное, сейчас пойду в другое место присяду.
Аслан Берги изначально сидел, туда пойду, там попробую, может там лечь будет. Еще одна поклевочка у меня. Оп. Ну, вроде кто-то есть, но небольшой, вообще мелочь какая-то. Сопротивления нет никакого. Ой, ё-моё, друзья, дождался я. Дождался я своего леща. Ну, лещ же. Кто скажет, что не лещ? А? Ну, как говорится, друзья, на безрыбье и рак рыба, поэтому радуемся тому, что есть. Так, давайте, если там есть такой малыш, значит, и должен быть кто-то покрупнее. Значит, имеет смысл немного здесь задержаться на этой луночке. Хорошо идет. Воблочка, наверное, тоже крупненькая. Ну-ка, покажись, кто-то там. Ох, как водит-то. А лесочка-то тоненькая, страшно. Оборвется. Приходится вот аккуратно. Ну, воблочка крупная. Тоже. Вот она, друзья. Такая же, смотрите, приятная. Офигенная. Давай иди. Асланбек здесь прикормил просто. Видать, рыбка подтянулась сюда. Сразу же, по-быстрому опустим. Времени уже 3 часа. Ребята позвали пообедать. Что-то там готовят. И тут уже перекушу немного, сил наберусь. А продолжим рыбалочку. Вон солнышко уже практически село. Сейчас у нас время перевели. У нас уже ближе к 6 часу, уже темно на улице. Поэтому не так много осталось нам порыбачить времени. Это, наверное, обед и ужин будет сразу. Да. 2 в 1. Салат, да, сделал. Угу. О, молодец. Просил его, Асланбек, сделай, пожалуйста. Просто у нее провиант весь возле него лежит, чтобы не скакать здесь, не шуметь. Здесь у нас что? А здесь у нас рыбацкие блюда, да? Да. Все, ладно, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает тоже. Сейчас перекусим, да, продолжим рыбалку тоже нашу. Хотя бы одну лопату вот такую поймать бы. И все, я доволен буду. Можно смело домой ехать собираться. Добавим мяска немного. Тут здесь явно его не хватает. Белка нам, энергии. Я вообще люблю такую рыбалку, которая в темпе проходит. Готовить, время тратить, да? Не то, что время тратить, просто иной раз его нету. Время. Когда особенно на реке, да, находишься, там времени просто нету. Надо все обслужить вовремя. Приготовить, чтобы что-то поймать. Поэтому вот это такой выход из ситуации, можно сказать. Не именно это, конечно, но имею в виду перекус быстрый. Экспресс-перекус такой. О, Асланбека что-то клюнуло там, блин, кушали, сидели. Сейчас посмотрим. Кричит. Где сидит? О, клюет как. Ну-ка. Толя увидел как. Вытаскивай. Он там сидит. Ух ты. Сорта не вырвал у него так. Вобла, да, походу? Я не знаю. Вот это трофей. Вот это вобла, действительно. Ё-моё. Не зря я его здесь, эту удочку, оставил. Ну, грамм 300-400, да? Смотри, какая. Ваш тоже надо было оставить. Офигеть. Ну все, это уже король сегодняшнего дня. Поздравляю тебя. Спасибо, Маша. Ладно, мы дальше кушай, друзья. Асланбек хитрый. Быстренько накидал себя и ушел. Рыбачить. Да. А мы еще посмеялись над ним. О, поймал какую рыбину. Сейчас я тоже проверю по пути свою удочку. Может, там тоже кто-то сидит. А то она у меня легкая, она быстренько нырнет туда в луночку. Даже не заметил. Давай, Асланбек.
вернулся на лунку, вытащил. Представляете? Ох, поклевочка. Оп, кто-то есть. Кто-то есть. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, мелкий. А, подлещик. Такой же мелкий. Мотыль был. Мотыль весь сожрали. Пустой крючок был. Иди. Ну, подтягивается потихонечку. Лещ подтягивается. Я думаю, к вечеру подойдет покрупнее. Ой-ой-ой, друзья. Удочка нырнула. Вот это поклевка была. Кто там, интересно? О, в облачко тоже хорошее. А я, блин, думал, лещ. Такая поклевка была мощная. Очень мощная была поклевка. Адреналина хорошо я хапнул. Смотрите, вот такая вот попалась в облачко. Тоже очень приятная. А у нас дело уже, друзья, ближется к вечеру. Уже солнышко потихонечку начинает садиться. Скоро уже начнет смеркаться. И нам уже надо будет собираться домой. И на игру пытаюсь, и в отвес. Вот поклевочка в отвес, кстати, произошла. Какая-никакая, но уже есть кучка, уже есть улов. И еще пару штук отсюда я отнес к ребятам, в их кучу закинул. Так что уже штук 6-7 я поймал. Еще сразу же кто-то засел. Прям сразу, моментально поклевка. А, тоже в облачко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И сразу сорвалась. И сразу сорвалась. Блин, поназапуталась здесь, как мне. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не упустил. Все запутало мне. Лесочка-то тоненькая, блин, как паутинка. Вообще ужасно путается. А у меня и мотыль-то закончился. Придется к ребятам, наверное, сейчас идти. За мотылем. Смотрю, скучают. Алмат лежит там. Каримат постелил. А Сламбек там палочкой что-то крутит, вертит. Общается. А нет, у меня здесь три мотыля есть. Вот я их, наверное, насажу. Закину сейчас. Да, пойду схожу, все равно возьму мотыль. Как дела? Как видишь. Так, две моих убираем. Раз, два, три, четыре. Четыре штуки, да, всего? Ну, понятно. Кто рыбачит? Собака, дела у прокурора. Ну, кто рыбачит, кто отдыхает. А у меня уже мотыль даже закончился, рыбу таскать там. А хочешь, мы сейчас скажем, сколько мы отпустили? Я не видел, я не верю. То, что я не видел. Вот это вот ужас. Вот это, друзья, ужас. Вот это уже беспредел. Пить, значит, есть место, куда заливать. А убрать, значит, нету лишнего пакета. Ну, толку, я не знаю, друзья, толку за счет этого говорить. Ну, кто послушает? Кто уберет завтра? Никто это не уберет. Так и будет валяться здесь. Лед растает, она так и останется здесь. Ветром в камыши прибьет ее, если пробка хорошо затянута, если воздух не будет. И все, она там и будет лежать. Пока какой-нибудь здравый человек не увидит и не уберет ее. Сейчас я пересажу. Опять сожрали все. Моментом жирают. Рыбка подошла на точку. Стараюсь не шуметь здесь. Уже потихонечку, помаленечку. Где она у нас, мормышка-то? Вот она пустая, смотрите. Высосали, обсосали. Вон мотыль прозрачный стал. А вон, кстати, поклевочка у меня. Поддергивает понемногу. Оп! Есть кто-то. Ну, мелкий. Чувствуется мелочь какая-то. А тоже селедка, блин. Килька. Настоящая килька клюет, друзья. Только мотыль весь жирает, и все, смотрите, какая. На жерешонка, если честно, похоже. Но это не вобла. Это жерешонок, скорее всего. Смотрите. Точно жерешонок это, маленький. Давайте, наверное, я его отпущу. Пусть растет он. Воблу-то не жалко. А вот жерешонка можно отпустить. Клев затих. Там уже алмат начал потихонечку собираться.
вещи собирает, пока мы здесь рыбачим. Пока ерундой страдаем, по сути. Алмат сам начал собираться. У нас Ламбик тоже. Можно? То обычно все сразу толпой собираемся, ну, чтобы в темпе собраться. А здесь Алмат сам начал. Вы, говорит, рыбачите. Я, говорит, начну пока потихонечку собираться. Пойдемте, друзья, посмотрим, что мы здесь поймали-то. Пока клёва все равно нету. Вот мой улов. Парочку я отпустил еще отсюда. И там у Асламбека тоже парочка лежит. Сейчас посмотрим, что поймали мы там. Ну, Асламбека здесь, конечно, побогаче. Хороший в области. Вот это вообще трофей, да? Да. Этого выезда. Тоже кильку ловишь? Да, я ее собачки хочу маленькую. А я думал, на засолку-то ее, мы, ладно. На какую? Вот такой улов у нас получился. Руки не отпустили, вот что-то поймали. Рыбалка удалась у нас. Ладно, друзья, потихонечку будем заканчивать уже рыбалку нашу. Сейчас пойдем Алмату поможем собираться, а то, блин, сидим, рыбачим. Там один собирается. И будем выезжать уже домой. Я пойду сейчас жерлицы все сниму, аккуратненько сложу. Увидимся с вами, друзья, как обычно, на следующей рыбалке. Надеюсь, вам понравился этот выезд. Спонтанный экспресс-выезд. Экспресс-рыбалка такая получилась. Ладно, всем пока. Пойдем мы собираться, да, будем выезжать.